Ну и все, девочки, мальчики. Реклама. Я танцую. Я танцую. Бля, танцуй и падай. Вот и вся твоя отрада. Ой, господи. Вот это вот я хочу пойти кормушечку сделать. Кормушечку. Ой, господи. Как хорошо. Ой, Сережка. Курлыкала, курлыкала маленькая старушка. Маленькая старушка курлыкала. Так, курли, курли, курли. Бля, задолбала. Вы что пьете? Чеводку, че пиво? Не, я пью ёрш. Как ёрш? Пиво и водка. Да, вначале пиво, потом водка. Получи. А еще ежик добавляется, друзья, с колючками. Да. Ой, божечки ты, божечки. Бывает так хорошо и прекрасно. Господи. Вот, видите, вот так вот сядешь. Вот так вот. Господи, дай подай денег немножко. Это солнышко. Я же ангел, бляха-муха. Кому не нравится, можете сразу херась, отписались и ушли. Да. У меня такой контент долбанутости. Понимаете? Сейчас мы немножко еще канди, конди выпьем. Господи, я не пью, я не курю. И не трахаюсь, с кем попало. Ой, какой я человек мудрый. Блядь, это точно. Не, как я закажу в эту психбольницу. Здравствуйте, вы меня возьмете? Нет, у нас таких куча. Нельзя. Лечитесь дома. Включите камеру. И это ваша палата номер 6. Перед камерой. Включили. А, это как анекдот. Заходит чувак это, ну, дурачок. Дурачок говорит, господи. Татьяна Ивановна. У меня совсем с головой плохо. Чу попало, мелю-мелю. Вот сяду, сижу, что-то там гавкаю. Потом встану, стою, что-то гавкаю. Потом ляжу, что-то гавкаю. Ой, врач так и говорит. Ой. Знаете, у нас таких до хрена и больше. У вас телефон есть? Есть. С камерой? Да, с камерой. Есть у вас приложение YouTube? Есть. А есть у вас приложение OkLive? Есть. Вот придите домой. Включите свою камеру, чип YouTube, чип OkLive, чип OkLive, включите. И гавкайте. И это ваше лекарство будет. Вот так вот. И вот так вот, милые. Вот. Вот такая вот переживалка у меня. Вот теперь сижу перед камерой и гавкаю. Где поем, где посру, где что попало сделаю. Да. Вот так вот. Напилась я пьяная, вся мусорка разодранная. Вот так вот. Это было
хороший кадр.